Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! В 1988 году сингапурской компанией СИС на базе автомата СИС-САР-80 была разработана штурмовая винтовка-автомат CR-88 калибра 5,56 на 45 мм НАТО. Винтовка SR-88, в отличие от САР-80, была более терпима к загрязнению и легче в обслуживании. В 1990 году винтовка SR-88 была усовершенствована путем устранения отдельных недостатков, использования более качественных материалов, а также установки нового цевья и приклада. Новая модификационная модель получила обозначение SR-88A. Выпуск винтовок семейства SR-88 и SR-88A был налажен в трех вариантах. С фиксированным прикладом, со складным прикладом и карабин с укороченным стволом до 292 мм и складным прикладом. В карабине не имеется возможности крепления штык-ножа и подствольного гранатомета. Винтовки серии SR-88 имеют конструкцию с расположением ствола, затвора, амортизатора и приклада на одной линии, за счет чего уменьшается увод ствола при стрельбе и увеличивается кучность. Конструкция винтовок построена по традиционной схеме с газовым двигателем автоматики и длинным ходом газового поршня. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Газоотвод имеет трехпозиционный регулятор с двумя открытыми положениями и одним закрытым для стрельбы винтовочными гранатами. Ствол оснащен пламя-гасителем, служащим также направляющей для пуска винтовочных гранат. Органы управления – предохранитель-переводчик режимов огня, защелка магазина, сконструированы по типу американской винтовки М16. Питание оружия осуществляется из коробчатых магазинов емкостью на 20 и 30 патронов, аналогичных М16. Нижняя часть ствольной коробки выполнена из алюминиевого сплава, верхняя – штампованная из стали. Цевье, приклад и пистолетная рукоятка выполнены из пластика. Винтовке предусмотрена возможность установки 40-мм подствольного гранатомета. Базовые варианты винтовки снабжаются штык-ножом и ручкой для переноски, расположенной на ствольной коробке в центре тяжести оружия. Автоматы семейства SR-88 не получили широкого распространения в Сингапуре и использовались сингапурской армией в ограниченных количествах. В основном поставлялись на экспорт. Кроме армии Сингапура, винтовки серии SR-88 поставлялись на экспорт и использовались вооруженными силами Хорватии, Словении, Непала, Соломоновых островов, Папуа-Новая Гвинея.